Давайте мы тогда продолжим следующей нашей презентации по голосовому меню. Рассмотрим типы голосового меню, настройки и как звонить через голосовое меню на добавочного пользователя. 3CX дает вам возможность автоматически создавать голосовое меню. Получается, что будет делать голосовое меню? Оно будет автоматически отвечать на входящий вызов и воспроизводить файл, который вы указали в этом файле. Да? В принципе, выполнять основную работу администратора рецепции. Файл будет приветственный файл, и в файле должно будет присутствовать все вводы голосового меню, где вы укажете, скажем, нажав на клавишу 1, вы можете поговорить, допустим, с отделом продаж, да, на клавишу 2, с отделом техподдержки и так далее. Через это же голосовое меню у вас, зная внутренний добавочный номер, и имея правильную настройку, вы можете напрямую попадать на нужного вам пользователя в системе, зная вот внутренний номер, конечно же. Что АТС делает в этот момент? Как только будет идти ввод, АТС делает прямой перевод на пользователя. Формат аудио будет такой же самый, в принципе, мы про него уже сказали. Получается, в системе есть три типа голосового меню. Это стандартный тип, DTMF-ввод и запуск скрипта. Два других ниже, которые АТС, сам IVR немного что будет делать. Если же это Microsoft Exchange, он будет просто отдавать вызов на ваш сервер Microsoft Exchange, который уже сам будет регулировать, да, функциональность Exchange сервера будет присутствовать там. АТС просто будет делать перевод. Если же у вас установлен IVR будильника, возможно, у вас есть отельный модуль, вы используете подключение с другой PMS-системой, да, вот, пожалуйста, можно использовать будильник IVR, которая даст вам возможность с ваших добавочных номеров звонить на это меню голосовое и, допустим, включать будильник. АТС, получается, автоматически будет делать перезвон в указанное время, которое будет введено в меню. Самый стандарт тип голосового меню, так он называется, стандартный, это простое меню, которое будет доступно от 0 до 9. Да, вот. Для каждой цифры вы можете идти переадресацию, скажем, если нажмется 0, делать переадресацию там, на внутреннего пользователя. Вы также можете настроить отдельный момент, если неправильно введена цифра, что делать, или же наоборот, чтобы не было никакой активности, да, если неправильно введена цифра. Если у вас есть задача звонить напрямую на добавочные номера, у вас должен именно быть выбран стандартный тип. Если же вы не хотите, чтобы звонящий имел возможность звонить напрямую на добавочные номера, вы должны выбирать тип голосового меню DTMF. DTMF меню даст вам возможность определить конкретно, какие цифры у вас будут доступны. Вы создадите DTMF и укажете номер, да, DTMF. Если в первом случае у вас есть стандартный от 0 до 9 уже готовый, то во втором вы просто-напросто создаете каждый ввод, который вы хотите, чтобы у вас был доступен. Получается, у вас может быть цифра 0, цифра там 10, да, и цифра 12. Или там, 1, 2, 3. В общем, вы создаете этот тип. И далее для каждого ввода делайте переадресацию на нужного пользователя. Скрипт, конечно же, будет выполняться, запускаться самой ОС, следовательно, он должен будет поддерживаться ОС уже. И как только, если у вас в вашем случае будет использоваться скрипт, да, АТС просто-напросто запустит этот скрипт, как только будет определенный ввод. Как создавать это меню голосовое? Очень просто, несколькими кликами. Заходите в консоль управления, голосовое меню, добавить. Далее вы зададите тип меню, выберите его язык системный, чтобы АТС воспроизводила нужный вам язык, промпт, который вы скачали, который вы, может, создали сами. Ну и, конечно же, задаете название, да, голосового меню. В данном голосовом меню, которое вы создаете, вы будете загружать ваш файл, который будет воспроизводиться системой. Самый простой пример, вот у нас стандартного голосового меню, идет от 0 до 9. Что вы можете делать? Вы можете, скажем, как только вызов придет в голосовое меню, обрабатывать его и отправлять с внутренними добавочными номерами, группой номеров, очередью. Если у вас есть задача создать несколько IVR, первый IVR у вас будет воспроизводиться, может, на двух языках. Да? И там, если вы хотите попасть в английское меню, нажмите 1. Да? В русскоязычное меню нажмите 2. Вы запишите далее. Вы можете создать, в общем, перевод с одного IVR на другой. Вы можете напрямую с IVR
попасть в голосовую почту пользователя. Вот, в принципе, то, что мы говорили, если нет мобильных клиентов у пользователей некоторых, есть задача позвонить на внешний какой-то номер через АТС, пожалуйста, звоните на ваш IVR, вводите ввод данный номер и через ваше голосовое меню производите звонки. Конечно же, можно будет отключить действие, да, получается будет бездействие, если вводится номер, и повторять сообщение. Точно так же вы можете завершать вызов, если был неправильный номер, был неправильно введен, воспроизводить сообщение заново или же отправлять входящий звонок в голосовое приложение. То, что мы говорили вчера по CID. Отдельная среда разработки, которая будет обрабатывать ваш вызов. Можете программировать его. Еще одна из функций голосового меню – это вызов по имени. Конечно же, все эти функции также можно будет программировать через CallFlow Designer, да, но из коробки, из установки системы самая простая настройка у вас будет вызов по имени. Как работает данная функция? Как только вы, скажем, выбрали при нажатии там, 2 «Производить вызов по имени», это АТС, получается, будет распознавать ввод клавиш, который будет вводить ваш звонящий, и делать поиск по фамилии добавочного номера. Получается, здесь должно будет использоваться латиница на каждом добавочном номере вашего пользователя, чтобы АТС могла произвести поиск. И АТС будет использовать первые 3 буквы фамилии. Получается, если у вас есть одна фамильца в системе, или же комбинация цифр фамилии будет совпадать, АТС воспроизведет запись каждого пользователя, приветственную запись, при котором звонящий сможет ввести нужный номер, да, и попасть на нужного пользователя уже. Чтобы эта функция работала, вам нужно будет активировать, записать приветственное сообщение для тех пользователей, которые вы хотите, чтобы были у вас доступны в системе. Как только будет создано приветственное сообщение, да, функция сразу станет доступна, и вы можете ее использовать. Конечно же, здесь есть ограничения. Получается, вы не можете иметь более 10 совпадений. Получается, если у вас есть 2-3 совпадения, звонящему будет предоставлен номер, да, и каждого пользователя сообщение он прослушает и уже далее выберет. До 10 цифр, получается, может быть совпадений. Важный момент, который стоит учитывать, говоря про IVR, это тайм-аут после 2 секунд. Получается, когда вы попадаете в голосовое меню, у звонящего будет 2 секунды для ввода цифр. Получается, если нажимается одна цифра, да, тогда здесь как бы проблем не возникает. Но если у вас, скажем, вам нужно ввести какой-то внутренний номер, и, как мы уже говорили, вы можете через голосовое меню производить вызовы через ваш транк наружу, здесь нужно иметь в виду момент 2 секунд, да, это ввода каждой цифры, да, задержка не должна быть больше 2 секунд. Получается, если идет более 2 секунд ввода 1, 2, 3 цифры, да, промежуток, тест просто-напросто остановится и либо произведет ввод, то, что вы указали, или же он ввод будет неверный. Из-за этого стоит учитывать эту задержку, когда вы звоните на IVR. По умолчанию у вас 1 или 2 секунды, я вот не помню, после того, как IVR делает перевод на нужный маршрут, который у вас указан, плюс 2 секунды, когда вы вводите ввод. Вы ввели одну цифру любую, идет 2 секунды ввод, 2 секунды тайм-аута, да, ввода, и далее уже идет сама переадресация, которая также занимает несколько секунд. А если вы хотите программировать, в общем, может у вас какое-то там комплексное меню, и вы не хотите, чтобы были какие-либо задержки в IVR, тогда здесь стоит рассматривать момент создания приложения через CallFlow Designer. Да? С CallFlow Designer тайм-аут перевода уже будет мгновенно. Этих задержек у вас там не будет. Только будет задержка именно ввода тайм-аута, именно то, что вы вводите. Еще раз повторим момент, если у вас есть желание ограничить звонящего для перевода на добавочный номер, вы не должны использовать стандартное меню. Да? Используйте DTMA в меню, например, или же другое, которое есть в системе. Отдельные настройки есть для без ввода в голосовом меню или при неверном вводе. Если же звонящий не производит ввод, вы можете настроить количество секунд, после которых АТС будет принимать решение, что делать с вызовом. Вы можете завершать звонок, делать перевод, скажем, на другой IVR, повторять, может, сообщение ваше голосовое, или же завершать вызов. Если же неверный ввод, звонящий, скажем, ввел не те цифры, которые ему предоставились, АТС
также может воспроизвести заново это сообщение или сделать перевод на одно из меню, которое вы выбрали. В принципе, стандартные настройки. Как только вы установите систему, вы увидите, что в системе будет создана по умолчанию системная IVR, которая называется HOL. Оно расшифровывается как Holiday IVR для праздничных дней. Пару слов про праздники в системе. Получается, в системе вы можете создать праздничный день. И для праздничного дня вы можете записать приветственное сообщение. И в этом приветственном сообщении вы должны всегда учитывать тип IVR, который у вас создается, АТС, да, Holiday именно IVR, и его меню, которое вы создали. Получается, праздничный день, приходит звонок, система отправляет вызов в именно HOL IVR, но перед тем, как его отправляет оно HOL, проигрывается именно сообщение праздника. И здесь вам нужно будет записать все настройки именно ввода вашего HOL IVR. Если же у вас есть праздник, праздничный день, но в нем нет голосового файла, вы просто файл не загрузили, либо забыли загрузить, или желание это делать, тогда АТС воспроизведет файл, который был загружен по умолчанию в HOL IVR. Это может быть в вашем случае какое-нибудь стандартное сообщение, да, где вы не обязательно что показывали, что сегодня праздник, и оповещали пользователя, звонящего, что делать. Какое-то стандартное сообщение, и также используйте ввод именно вашего HOL IVR. Как бы это важный момент, если кому непонятно, еще раз можно будет повторить. Это то, что касается HOL IVR. Ну, в принципе, все. Я бы хотел открыть консоль и показать настройки с IVR. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Давайте рассмотрим, где находится IVR, голосовое меню. И, в принципе, все меню, которые у меня есть в системе, отображаются здесь. Вот мы видим HOL, про который мы говорили. Это стандартный IVR. Его удалить будет нельзя. Вы можете изменить его название, да. Здесь также выбирается его тип. Всего лишь два типа ввода. Стандартный или DTMF ввод. И далее указывайте также язык этого IVR и меню, которое доступно. Получается, если есть праздник, приветственное сообщение в праздничном дне доступно. Общие настройки. Вот оно здесь. Вы указали праздник, скажем, 1 января. Давайте просто укажем его как тест. И мы увидим, что сообщения здесь нет. Что произойдет? Воспроизведется сообщение HOL. Если же праздник есть, воспроизведется сообщение, которое указано здесь. Ну, нужно будет применять к вашему голосовому меню функционал и опции, которые указаны в HOL IVR. Когда мы добавляем голосовое меню, выбирается системный добавочный номер. Далее указывается название. Выбирается тип. Если стандартный тип, мы уже сказали, от 0 до 9. DTMF вы уже программируете ваши клавиши, да, скажем, пусть там будет 10. Вот. Указывайте, куда делать переадресацию с внутренним добавочным номером, с группой и так далее. Загружается сообщение, которым вы должны указать ID ввода. И настраиваются опции для, если звонящий не производит ввод, сколько секунд АТС будет ожидать, чтобы принять решение. Да? Какое решение? Вот вы укажете здесь. Если же неверно введена цифра какая-то, вы можете также выбрать, что делать. Повторить сообщение или сделать адресацию на одного из пользователя, да? Или же другое IVR. В стандартном меню, то, что мы сказали, что вызов по имени, как это настраивается настройка, делайте вызов по имени. Далее для каждого пользователя нужно будет записать голосовое сообщение. Как записать голосовое сообщение? Вы заходите в ваше голосовое меню, и в через голосовое меню вам нужно будет записать это сообщение. Получается, заходите в голосовое меню через 3 девятки, а в голосовом меню вам предоставится настройка сообщения, как его записать. Как только вы его запишете, в общем, будет применяться данная функция. Все файлы, которые связаны с IVR, с промптами, да, вот они у вас будут отображаться вот здесь. Промпты голосового меню и все плейлисты и ваши, которые вы загрузили и создали плейлисты, будут находиться здесь. Это музыка на удержание, да, которая создается. И основные промпт-сеты вот находятся здесь. Допустим, у меня сейчас их два. Русская, стандартная, английская. Допустим, давайте, если мы скачаем новый какой-то промпт, посмотрим, как он у нас отобразится. Системные сообщения. Давайте выберем, скажем, греческий промпт. Установим его.
мы видим, что появился новый промпт 25 числа. Кстати, обратите внимание, что все файлы, да, которые находятся в промптах, будут на английском языке. Да, ну, конечно же, само все, что находится внутри, уже на другом языке. Как найти файл? Я в прошлый раз показывал, не знаю, повторяюсь, может, для тех, кто не был на вебинаре. Если вы выберете, скажем, другой язык, русский, обратите внимание, получается описание для каждого файла, что он у вас будет воспроизводить. Получается, вы можете произвести поиск определенного голосового сообщения и найти его, да. Допустим, внутренний номер, вот находится ваш файл. Пока что нечего добавить, да, я просто посмотрел, если еще может есть что добавить на данный момент времени. Давайте нечего. Коллеги, пожалуйста, вопросы. У нас еще будет одна презентация по группе вызовам. В принципе, все, у нас сегодня не так много материала, да. Давайте сделаем небольшой перерыв на 20 минут и продолжим с последней презентацией и будем отвечать на ваши вопросы.